Тем не менее, они свой максимум не получили этого сезона, да? Ну, я просто не хочу отвлекать зрителя от музыки, от просмотра, но есть нюансы в самом обязательном танце, который действительно есть к чему придраться, и там где-то недостояло партнерши, где-то не дошел партнер, и вот эти мелочи, из этих мелочей складывается уровень, от которого очень много зависит, то есть они очень много потеряли вот. На всяких деталях, да? Конечно. Ну а теперь поляки, Юстина Плутовска и Джереми Флемен. Он француз, ну а она коренная полячка из Гдыни. Они здесь, на чемпионате Европы, благодаря очень хорошему результату прошлого сезона, Наталья Калишек и Максима Сподрева, польский танцевальный дуэт, очень интересный. Они, кстати, будут кататься в самой последней разминке Калишек-Сподрев. Понятно, они дугу вот эту заложили раньше, чем предыдущие пары. Они ближе к тому левому дальнему углу ее сделали. То есть как будто бы где-то они там потеряли часть дуги на входе в нее. Ух ты, как сложно, а! В самом конце. Вообще много, да, было ошибочек, много таких заковырок. Мне кажется, они были очень зажаты и волновались. Особенно они переживали за Твизу, которых они допустили такую, ну, достаточно серьезную ошибку, в которых поставили им обоим третий уровень.